Всем здорово, ребят. Обсудим с вами сегодняшнюю жеребьевку и рассудим шансы команд на выход в финал. Смотрите, Лига чемпионов. Бавария, Мюнхен, Реал Мадрид. Если честно, ребят, я думал, что эти две команды, наоборот, не поставят вместе. Я думаю, сделают или Бавария Рома, или Бавария Ливер, и Реал то же самое. Но я в шоке, что их свели. Я, ребят, не верю в эти яйца, точнее, блядь, кружки, которые на жеребьевке они крутят, там по-любому, блядь, уже знают, кто на кого попадет. Я думаю так. Я думаю, там жребий, как бы, уже все ясно. Вот. И, видно, они хотят увидеть, блядь, сенсационную команду какую-то в финале. Или Рому, или Ливерпуль. То бишь, смотрите, если бы они сделали Бавария-Ливерпуль или Бавария-Рома, то, блядь, финал бы мог быть Бавария-Реал. Типа, ну, предсказуемо все. Здесь, видите, блядь, типа интрижку сделали. Ну, ладно. Смотрите, матчи 24 апреля в 9:45 по Москве. Смотрите, Бавария, Мюнхен, Реал. Здесь, я думаю, все будет зависеть, сколько голов забьет домашняя команда, играя дома. То бишь, если Бавария забьет там 3, нужно, короче, забивать как можно больше, потому что в Реале будет сложно. Хотя Реал может здесь разгромить, блядь, как было с Ювентусом. Хотя бы Бавария не Ювентус, я думаю... Вряд ли в этой игре, в первой именно, что Бавария проиграет, это ничья может быть. Короче, ребят, тут шансы равные, я думаю. Матчи будут очень красивые, не пропустите их. Вот. Мое предпочтение, конечно, я думаю, что Бавария пройдет Реал, потому что Реал уже заебал становиться, блядь, чемпионами каждый год. Вот. Ливерпуль-Рома, ребят. Ливерпуль-Рома, конечно, я думаю, здесь фаворит. Хоть даже Рома выбила Барселону. Не знаю, как это произошло. Это вообще была сенсация, ребята, этой Лиги Чемпионов. Как вы знаете, в каждой Лиге Чемпионов своя сенсация. В том году Барса, когда проиграла ПСЖ разгромно дома, разгромила 6-1 и прошла. Теперь Рома проиграла 4-1 на выезде и 3-0 выиграла дома. Вот. Здесь, я думаю, фаворит Ливер и дома, и на выезде. Ну, в Роме будет, конечно, им сложно. Нужно дома забивать как можно больше Ливерпулю. Я думаю, фаворит в этой паре Ливерпуль. Я думаю, ребят, мы увидим финал Бавария-Ливерпуль, но это еще сложно загадывать. Вот. С Лигой Чемпионов разобрались. Теперь давайте посмотрим Лигу Европы. Здесь тоже, ребят, матч классный, матч супер. Арсенал-Лондон. Матчи 26 апреля, ребят, будут. Арсенал-Лондон против Атлетико Мадрид. Вчера я ездил на стадион, ребята, Арсенал-ЦСКА, точнее, ЦСКА-Арсенал, вели 2-0, могли сделать сенсацию, но, к сожалению, в концовке, пропустивший гол, мы сдались. Не сдались, а уже все, опустились у них руки и пропустили в конце второй. Здесь, ребята, то же самое, что и с Реал-Бавария, думаю, кто дома больше наклепает голов, тот и пройдет дальше. Ну, я думаю, Арсенал сейчас посвежее, форма. Атлетику, не знаю. Ну, если Гризман там будет блистать, посмотрим. Мое предпочтение, Арсенал, наверное, пройдет дальше. Вот. И, ребят, сенсационный клуб. Red Bull Salzburg, который просто, проигравший первый матч 4-2, дома разгромил, просто разгромил Лацио. Все в шоке. Это, короче, команда... Может, и с Марселем они... сделают сенсацию, выйдут в финал, это будет вообще пиздец. Вот. Но здесь, конечно, для меня именно, ребят, фаворит Марсель. Я думаю, Марсель сыграет с Арсеналом в финале, там, наверное, Арсенал выиграет. Но еще тоже рано делать такие ставки. Вот. Так что, ребят, мои два финала с прогнозами, это Ливерпуль против Баварии и Арсенал против Марселя. Вот мои финалы Лиги Чемпионов, Лиги Европы в этом году. Потом этот видос посмотрите и увидите, был ли я прав или нет. Всем пока, ребят, всем удачи, удачных, красивых матчей. Пока, подписывайся, пожалуйста, на канал. Хочу собрать 1000 подписчиков. Помогите, пацаны, пожалуйста, ну или девчонки. Все, давайте, ребят, удачи.